Удар колокола! Какая красивая победа! Никакие инопланетяне к нам никогда не прилетят. И все из-за сраного футбола. Футбол, сука, зародился из-за того, что сотни англичан гоняли по улицам отрубленную голову какого-нибудь врага, орали и все крушили на своем пути. И так было довольно долго. В конце концов, нормальным людям надоело постоянно менять стекла в домах, а то и сами дома заново отстраивать, и они выдавили футболистов на специально оборудованные площадки. Потом еще и правила придумали, что пиздиться нельзя, руками мяч хватать нельзя, и вообще, давайте сделаем, как будто это благородная игра. Но тут такая штука, что и сами футболисты, и те, кто приходили на матчи, в основном подраться и хотели. Поэтому вся веселуха переместилась на трибуны, раз уж игрокам все запретили. И значит, быдло весело рубилось до и после матча, а то и вместо него. Тут уж нормальные люди поделать ничего не могли, потому что их было меньше, чем невменяемых дебилов, и те просто давали им пизды, когда сраные интеллигентишки пытались что-то вякать. А адекватные человеки к тому времени сами увлеклись футболом, но на стадионы сали ходить, чтоб по щам не выхватить. Поэтому они изобрели телевидение, чтоб игру посмотреть и быть подальше от дебилов. К сожалению, телевидение захватили подонки, которые заодно с футболом начали транслировать в голову людям еще миллион всякой зомбирующей хуйни, так что изобретение получилось спорное. Тогда нормальные люди придумали интернет, и вот он уже был реально крут. Болельщики могли смотреть через него футбол, дебилы ставят лайки в одноклассниках, и в общем, чем мы тут? Вы сейчас тоже в интернете смотрите YouTube и сами в курсе. Что же касается несчастных инопланетян, то виновата форма стадиона. Он ведь чаша, в которой тысячи фанатов орут, потеют и испытывают спектр всяких чувств. И эти вот эмоции, словно в антенне, собираются в пучок и отправляются лететь в безбрежный космос. А стадионов у нас много, то есть трансляция идет практически без перерыва и во все стороны. И в результате там, в иных мирах, эфир забит глубокомысленными сообщениями по типу «Ирх, ва-ха-ха-ха и вашу мать!». И ни одно разумное существо, если оно действительно разумно, на такой сигнал не полетит, а будет наоборот держаться от его источника подальше. Вот разве что планета гопников была бы рада с нами пообщаться и вломить заносчивым землянам, но они, по счастью, не смогли изобрести космические корабли. Они же гопники. Какое счастье, что у нас не все такие.